Всем привет! Это коротенькое видео посвящается моей модели Москвич 408, которым давно никто не занимается. Стоит уже в гараже очень много лет, и его уже поразила не радиация поразила, а этот ржавчина. И дело в том, то, что когда-то, год назад, я покупал эту модель, и она была в идеальном состоянии. Сейчас, секундочку. Донышко от синего москвича поставил на красный. А еще я номер передний поставил на красный москвич. И еще я поставил колеса и другую решетку. Дело в том, что вот этот москвич навернулся с меня со стола и упал на пол. Вследствие чего у него отвалилась крыша. Сломалась. И стал он кабриолет. Я его склеил, и получилось как-то так. А на этот москвич я собираюсь поставить багажник на крышу. Да, собственно. Но это уже потом. Давайте детально посмотрим на этот москвич. Как мы видим, он уже весь ржавый, и плесень уже на стекле. Также у него ржавые колбаки, крылья, краска вон уже выцвела, другая стала. Теперь по задней. Отсутствует бампер и фонарь. Там тоже все очень плохо. И, конечно же, плесень. Но тут то же самое, только колпак уже более ржавый, чем предыдущий. Тоже плесень, тоже краска выцвела. И теперь по передней части. На переднем капоте какая-то образовался какой-то нарост. Решетка радиатора вся заржавела. Отсутствует фара, номер. И отсутствует дворник. Также сломана стойка и разбито стекло. Вот такой москвич у меня есть. Я думаю, вам видео понравилось. Если так, то поставьте лайк. Напишите какой-нибудь комментарий, если мне не отключат комментарий. Всем пока.